Представляешь, есть такие африканские страны, где муж может продать свою надоевшую жену. За сколько бы ты меня продал? Я бы тебе бесплатно отдал. Вот так вот получила. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Ну, типичная чаечка. Чем дороже, тем лучше. Почему вот такое вот мышление? Если она думает, что ее продать, как помните, малыш из Карсона говорит, да за 100 миллионов долларов, да? Это значит круто, дорого, богато, все, я самая богиня, самая королева. Это всего лишь деньги, и в принципе не важно, тебя продали за 1000 рублей или за 100 миллионов долларов. У тебя есть цена. Ты продаешься, ты уже продажный человек, продажная женщина. И неважно за какую цену. Если бы ты сказал, что я бесценна, я сокровище такое, ну, пускай это бы тешило ее ЧСВ, но тем не менее. Я считаю, ребята, что ни у одного человека нету цены. Человеческая жизнь, она бесценна, так как и здоровье тоже. Ребята, как считаете вы, конечно же, пишите свои комментарии. Сколько эта чаечка стоит, насколько она потянет?